Предновогодняя неделя в округе традиционно полна сюрпризами. Особенно в них нуждаются воспитанники детского дома. Накануне к ним в гости зашли волонтеры благотворительного движения «Добрые сердца» компании «Башнефть-Полюс» и устроили яркий праздник с конкурсами, плясками и, конечно, подарками. Их купили сами сотрудники предприятия в рамках благотворительной акции «Подарки Деда Мороза». Как же нам быть? Ребята, Снегурочка, подожди, что случилось? Что такое? Что ты охаешь и ахаешь? В зале царит полная тишина и напряжение. Пропал главный зимний волшебник Дед Мороз. Теперь ребятам предстоит вместе со Снегурочкой отправиться на его поиски. По сюжету праздника Снежная королева заморозила дедушку. И чтобы вновь встретиться с хозяином зимы, нужно пройти снежные испытания. Одно из них – музыкальный паровозик с заданиями. Ну а когда все трудности позади, загадки разгаданы, испытания пройдены, под бурные овации к детям выходит самый долгожданный герой. Кстати, в новом образе. Что это? Значительные перемены в образе Мороза заметили все ребятишки. Дед Мороз стал очень современный, музыкальный и креативный. И виной тому длительный сон. Мне приснилось, что я МС Мороз, и что все внизу, девчонки и зайчишки, прямо под мою музыку, прямо вот так вот танцуют все замечательно. Дедушка Мороз приготовил для ребят не только зажигательные танцы, но и, конечно, подарки. Как и положено современному Деду Морозу, подарки он заказал по интернету, а доставил их курьер по совместительству сотрудник «Башнефть-Полюс» Дмитрий Коткин. Он вручил ребятишкам сертификаты на посещение нового кинотеатра, а малыши получили именные подарки. Мы, как всегда, пришли в гости в детский дом. Это уже не первый наш Новый год, когда мы приходим сюда. Это всегда радостное событие. Ну и хотим сообщить, что в этом году мы еще заключаем договор с детским домом на оказание благотворительной помощи. И в рамках этого договора детский дом сможет оформить жилые комнаты ребят. Ребята будут участвовать сами в этом, то есть ходить вместе с воспитателями, подбирать себе шторы, аксессуары и так далее. Ну и еще какая-то будет мебель для методических кабинетов. Компания «Башнефть-Полюс» с детским домом дружит уже давно. Сотрудники учреждения такой заботе очень рады. Ну, конечно, когда к нам приходят добрые сердца, да, у нас всегда ярко, весело, красочно. Дети полны впечатлений, да. Ну, сами видите, да, если посмотреть у нас, какой праздник, веселье. Мы всегда рады вас видеть у нас в гостях. И ребята, по-моему, встречают с душой, да. И самим даже, когда уходя, мы радуемся такому результату. Мне кажется, что вообще здорово получилось. Очень хорошо. Волонтеры движения «Добрые сердца» приезжают к детям не только перед Новым годом, но и 1 сентября, на День защиты детей. Кроме того, в рамках благотворительной программы компания помогла сделать ремонт в помещениях детского дома и приобрести необходимый транспорт. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».